Всем привет, дорогие друзья! Итак, друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Взрывы, обрушение моста, стрельба посреди часа пик. К счастью, обошлось без жертв. Но всегда так вести нам не будет. Что если атака случилась бы несколькими днями позже? Во время так называемой «бури столетия», о которой нам все время толдычат по пятичасовым новостям. Сразу начался бы настоящий бедлам. Нам есть кого обвинить в этом, включая и бандитов из подполья. Но все-таки я бы не выполнил свой долг, не заметя, что подполье, в общем, всего лишь ограбило грузовик. А потом... А потом закончилось. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Человек-паук Майлз Моралес. Итак... Ладно, какой у нас план? У семьи Финны есть мастерская в центре. Раньше она там всегда работала. Возможно, и сейчас тоже. А не проще будет просто позвонить и поболтать? Это вряд ли, чел. Как-то я увидел ее на мосту. Понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Делай, что считаешь нужным. И держи в курсе. Окей, это у нас задание. А что у нас тут по этим? Значит, кража игрушек для пира, грузовик застрял. Преступлений нет. Ну давайте попробуем вот этот выбор задания. У них недобор игрушек. Интересно, почему? Ну, потому что кто-то ворует. Надо хотя бы выполнить одно какое-нибудь задание-то. Так, ну я вижу уже опять-таки где-то у нас находка есть. Ты куда ж ты пошел-то, ну? О, отлично. Спасибо, подполье. Так, ну вперед. Который меня вызвал. Ну, чё, ты как нельзя вовремя. Говорят, у вас проблемы с пожертвованиями. Привет, паук, я Сэм. В общем, по моим данным, пропали сотни две игрушек. Думаешь, их украли? Не знаю. Смотри, по бумагам у нас сегодня два грузовика, а GPS-сигнал почему-то идет от трех. Странно, да? Похоже, один из них самозванец. Но как нам узнать, который? Может, стоит проверить их номера? И так вычислить чужака? Да, это я могу. Ганке, по городу разъезжает поддельный грузовик пира. Ты не поможешь? Сними номерные знаки на камеру в своем костюме. Я прогоню их по базе угнанных автомобилей. Попробуй вон тот фургон. Какой? Этот? Сработало. Я выяснил местоположение грузовиков из пира и отправил тебе. Сфоткай номера, я пробью их все по базе. Ганке, ты супер! Жди фотки. Все, давай. Я должен вернуть детям подарки. Вот ведь настоящая рождественская беготня. Так, подожди, как мне тогда фоткать его, если он катается все время? Вот один. Я должен щелкнуть номер. Плохо. Нужен четкий снимок. Ага. Четкий, интересно, когда будет четкий? Когда он прямо перед тобой встанет? Проверяю номер. Секунду. Настоящий. Ищи дальше. Ну, я так чувствую, не настоящий будет последний, как всегда, да? Без разницы, какой ты будешь фоткать. Надо подобраться поближе. Проверяю номер. Секунду. Есть! Давай за фургоном. О, да ладно. Хорош. Я думал, будет до последний самый. Слушай, я просто говорю, что не надо выставлять меня идиотом перед Джо, ладно? Он же главный. Красть игрушку. Блин,
Похоже, они крадут игрушки на продажу. А заведует всем Ник и Джо. Как же мне его вычислить? Если сфоткаешь их лица, я скормлю их программе распознавания личности. Она их найдет. Ладно. Использую маскировку, чтобы подобраться поближе. А как это? Плохо. Нужен четкий снимок лица. Так подожди, как мне подобраться поближе? Мне надо маскировку как-то использовать, а как ее использовать? Это голодрон. Это эжектор паутины. Подожди, а как мне использовать невидимость? Объясните мне, пожалуйста. Я не знаю, как использовать невидимость. Слышь, Человек-паук, ты хотя бы сказал бы, как использовать невидимость-то. Ну, он же сказал. Использую невидимость. А как ее использовать-то? Никто не объяснил. Давайте заглянем в настройки, я не понимаю. Вот как. Наверх надо было, блин. Надо было объяснять. Так, не получилось нифига. Спасибо. Вот как классно. Спасибо. Отлично. Прогоняю по базе полиции. Не, невинная душа. Дальше. Прям уж таки невинная душа, ты серьезно? Может быть, он думает, что это типа кто-то здесь настоящий рабочий, а кто-то не настоящий рабочий? Круто! Проверяю фото. Вот, это он. Давай за ним. За ним? Покупатели. Как они удачно собрались. Накроешь всех разом. Так, окей. Ближе к телу. Товар огонь. Круче игрушек не бывает. Каждая стоит, как две прошлогодних фигурки Человека-паука. Но мне нравится твое лицо. И я готов сделать скидочку. Надеюсь, сумма составит 30 тысяч, как мы вчера договаривались. Кажется, кто-то не смотрит новости. Производитель этих... Итак, как мне тебя отвлечь? Это что ли? А? Крадете игрушки у детей? Да. Хотите подняться повыше в моем списке врагов? Ой, попал что? По-вашему, это называется дух Рождества?
Вот так я умею. Праздник спасен. Осталось проверить грузовик и убедиться, что игрушки там. Воу, здоровяк! Давай, на тебе удар сразу. Ганки, я нашел игрушки. Подчищаю тут хвосты. Ага, ты красавец, брат. Спокойной ночи, паучок! Ну все, я забираю игрушки и иду домой. Дай его! Получай! Иди сюда! Да ты как посмел-то, чувак? Все? Закончились? Сэм, я нашел игрушки. Посылаю тебе координаты. Они в доках, там все в целости и сохранности. О, я рад это слышать. Уже лечу на всех парах. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Сотни детей могли остаться без Рождества. Я разберусь с игрушками. Рад был помочь, Сэм. Счастливого тебе Рождества. Окей. Так, что у нас тут еще есть? Ах, новогодние приключения. Поймали похитителей игрушек, спасли детям праздник. Точно. Но без тебя, брат, я бы не справился. Это точно. Что у нас там еще есть? А, не могу найти своих голубей. Так, подожди, с голубями. Во-первых, у нас там есть костюмчик новенький. Надо же как-то поставить новый костюм. Да, какой-то я, кстати, уже могу открыть. Угу. Костюм студента Brooklyn Visions. Ну, давайте, наверное, по этой стороне пройдем. Как бы откроем вот это, получается, костюм. Потом, получается, сюда надо будет. Но сюда требуется очень много. Анимированный костюм. Окей. Берем тебя. Так, что-то я, получается, поставил сразу, да, у меня модификацию. Уменьшение получаемого урона от выстрелов на 25%. Хорошо, это очень хорошо. Ну, давай это тоже откроем. Но ставить я не буду, конечно же. Так, по гаджетам. Опять-таки не хватает теперь мне на прокачку ничего. Ну, давайте сейчас какой-нибудь мы с вами... Выполним задание, да? Ну, вот как раз про голубей. А, голубятник! Пит рассказывал. Узнаю, что ему нужно. Так, совершать преступление. Давай попробуем его остановить. Да. Человек-паук! Как он нас нашел? Ну вы что? Направить его людей воровать? Совсем уже? Не лезь в свое дело, Попался! Ну, кто первый? Ну, держи! Ну вот, в принципе, и все. Вам надо бы оставить преступную жизнь. Не ваше это. А, тут надо было подбросить врагов на паутине. Еще и воздух, ладно. Пошли к Говарду. Что-то у него каждый раз голуби сбегают. Говард, ты, может быть, их плохо кормишь? Или у нас тут появился какой-то этот, опять, голубиный вор? Это Говард. Да я вижу. Привет, Говард. Я другой Человек-паук. Рад встрече и спасибо за помощь. У меня 3 голубя пропало. Боюсь, они замерзнут. Я могу их выследить. Есть у тебя что-нибудь, что принадлежало им? О, перья подойдут? Но других вариантов все равно нету. Классно. Есть. Скоро вернусь. О, ты отсканировал голубя. Протокол Говард активирован. Протокол Говард? Добро пожаловать на научно-познавательную передачу
все о голубях. О, нет, 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 отменить! Вы нажали «Да». Так, подожди, тут есть этот... клад. Я пытаюсь сейчас понять, где. Вроде как ниже. Вроде как получается, что выше. Вообще не вижу. А, все, нашел. Пригодится? Полезные штуки. Так, ну и вперед за голубями. Еще клетка? Кто-то украл птичек Говарда. Следы идут в трех направлениях. Надо проследить. О, класс. Все разделилось, блин. Кому-то зачем-то воровать голуби? Серьезно? Зачем? Что он кому-то сделал, этот голубь? Место преступления. Кража со взломом? Здравствуйте. Что тут случилось? Помощь нужна? Жилец, репортер Бьюдл. Все перевернули вверх дном, но ничего не украли. Они не нашли то, что искали. Позвольте взглянуть. Может, мне повезет. Так, мне надо бежать. Ну, лететь, ну, вы поняли. Да. Голубя нашел. Какие быстрые птицы! Чем их кормят? Кофе? Сахаром? Ракетным топливом? Начинаем. Где вот он? Первый выпуск. Как это выключить? А вы знали, что Никола Тесла ухаживал за ранеными голубями? Я ничего не понял. Когда как он ушел? Голубь умер, он долго был безутешен. Это интересно, но печально. Ждите новых голубиных выпусков. Ай, блин. Серьезно? Говард был прав. Их так просто не догонишь. Есть. Говард, я поймал одну птицу. Она очень боевая. Уверен, это Пегги. Она умница. Она сама найдет дорогу домой. Только разверни в мою сторону. Хорошо. Ладно, вернусь к клетке. Отслежу птиц от нее. Ну давай уже куда-нибудь. Ну давай присюда. Еще один голубь. И у него записка. Нет, птичка! Какая еще записка? Второй выпуск. Ну куда? Есть! Всё. Так, постой! Сейчас! Записку проверю. Меняем планы, уходим сейчас же. Говард, дело, для которого ворам понадобились ваши голуби, видимо, очень срочное. Если им нужен сервис быстрых сообщений, у меня для них есть идеи получше. Да, это точно. Попробую узнать поподробнее. Буду на связи. Еще один. А все куда сложнее, чем я думал. В смысле? Я же нашел уже куда. Похитители голубей. Насчет почтового голубя. Как ты нас нашел? Ты не мог хакнуть наши мобилки! У нас голубиная почта! Мы же украли этих птиц! Деньги! Кто же знал, что люди... Все? И где голубь? А, не все? Ты что, живой, что ли? Бронил. Так, перевернуть. Завтра ночью крыша будь там. В Бьюгл? Да. Эй, ладно. Голод! Стой! С вами все о голубях. Выпуск 3. Сказать по правде? Да я уже втянулся. Питер Паркер недолюбливал голубей, пока не... Есть! Говард,
Я нашел ваших птичек. Только оказалось, что бандиты используют их, чтобы планировать грабежи. О, нет. Надеюсь, есть и хорошие новости. Ага. И я знаю, где их найти. В Бьюгл. Разберемся с ними, спасем ваших голубей. Классно. Покажи им Человека-паука. Подожди, не сказал бы ночью. Спасем Дейли Бьюгл от ограбления. МДЖ мной гордилась бы. Банда собралась. Голуби сработали. Кто-то из наших сообщил про голубей. Куда? Ну, пока подождем. А когда будет безопасно? Хорошо. Так, эти пока там вдвоем стоят. Жрать охота. Надо было бутером взять. Блин, ну у меня сейчас... Во, давай. Отлично. Кто палит? Это еще что? Не повезло вам! У меня есть перья! Что-то как-то не очень прозвучало. Да. Если есть награда за креативные преступления, она стопила ваша. Практично? Нет, но очень креативно. Да давай уже. Держу. Это все сдохнут. Раздавлю, гад. Ой, как ты попал-то? Тебе кранти. Я хотел здоровяка попасть, блин, но так не получилось. Дейли Бьюгл спасен. Отлично. Говард, я разобрался с теми, кто крал твоих голубей. Больше они тебя не побеспокоят. Спасибо за помощь. Надо научить моих птичек выбирать друзей получше. Ну что ж, буду нужен. Пишите в приложение. Приятно было познакомиться, Говард. И мне, Человек-паук. Привет, чувак. Круто, что ты пользуешься приложением. Оно уже пошло в народ. Я не удивлен, чувак. Ты молоток. Просто браво. Так, преступление. Человек-паук, брать живым. Нейтрализуйте паука! Закон отлично. Все выполнил. Все цели. И громилы разгромлены. Я хотел вот прокачать какой-нибудь гаджет себе. Вот давай пока вкачаем тебя. Отлично. А дальше требуется 10. Так, а что у нас там в коллекциях появилось? А, это этого. Джей-Джей. Ладно, пойдем по зданию уже. Пора сдвигаться. Немножко повыполняли побочки. Новое событие. Но не бесконечно, мне кажется, события. И тут везде голуби. Все заколочено. Блин, не вовремя, конечно. Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание.
Так, может быть, ты как-то вот сюда, вот, спасибо. Ну-ка. Эй! Боже, сколько пыли! Тут давно никого не было. Найти улики. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Кто-то не выключил свет. Так, подожди, давай тут посмотрим. Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Может быть, как раз с ним что-то произошло? И она мстит сейчас Роксану, потому что он же работал на Роксан. Пропуск в Роксан на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксан. По-моему, нормально. Вот только волосы. Может, шапку надеть? Так, что-то есть еще? Угу. Вся команда, которая создала Нуформ, заболела? Стоп! Рик вел проект? Ну да, он же сказал. Все? Ну тут здесь что-то интересное. Минимум полгода никого не было. Видимо, где-то есть другое убежище. Вот. Я не помню тут этой кладки. И? Ого, вот это я понимаю убежище. Фина спроектировала все снаряжение подполья. Забавно, что теперь мы оба в масках. Да уж, забавнее некуда. Видеозапись. Полгода назад. Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в Нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня... Они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие! Не загрузилось. Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. Ну, давай. А, в невидимость. Исчезай, исчезай.
Не получилось. Он здесь! Не дайте ему уйти! Ну. Он исчез? И так может? Рэд! Мое исчезновение не слабо их напугало. Лучше подождать, пока снайперы расслабятся и напасть сверху. Хорошо. Не пускай паука к компьютеру! Куда он делся? Еще один поверженный враг. Видимо, сработали звучные сигнализации. Фух, так, хорошо. Ну, снайпер это прям замечательно. От них избавились, это хорошо. Что-то я торможу. В смысле? Все нормально. Новые гости пожаловали. Ну все, понеслась не очень хорошо. Не давай, а! Да куда ты? К снайперу давай. Давай, давай, давай. Добивание, отлично. Второй раунд, да. Погасим свет. Эй, кто это там? Давайте! Они сейчас в боевой готовности. Пусть не могу успокоиться тогда и нападу. Это очень плохо, маскировка-то работает у тебя, дружище. Нужно искать! Так, вернусь к тому компу. Фух. Если найду телефон Фины, может пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Нас кто-то преследует. Позвоню Ган. Скажу ему. Привет. Нашел чего в мастерской Фин? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ой, ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. И похоже, Нуформ его как-то отравил. Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Фина и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока. Фина все записывала на свой телефон, но потеряла его в лаборатории. Я хочу его найти. Хорошо. Я на связи. Если что, звони. Ладно. Так, окей. А, здрасте, приехали. Я думал, тут можно будет сразу сделать все это дело. А тут нет, получается, шестерни. Всем привет. Сегодня я буду чуть серьезнее, чем обычно. Если вы получили травму во время нападения подполья на Роксон Плаза, физическую или эмоциональную, пожалуйста, обратитесь за помощью. В моем блоге есть список ресурсов. К другим новостям. Я готовлю большой материал по подполью и прошу вас, если вы можете сообщить что-нибудь об этой крайне опасной группировке, я буду очень благодарна. А пока берегите себя и помните, душевное здоровье так же важно, как и физическое. До свидания. Так, я что-то не могу понять, о чем мне делать. Новый костюм? Очень. Есть. Да, спасибо. Ну, шестеренки нет, нет, что делать-то. Я ее не добуду. Торговцы оружием. Ну, я побежал. Да фиг бы с ними. Как тут это дело понять-то? Надо бежать. Мой парень мне просто не поверит. Просто не зря я открыл здесь это дело.
Как пройти здесь, не понимаю. Ну нафига мне это бросить? Я бросаю всякий мусор. Ну и нафига. Так. Счастливый Хануки, паучок. На праздники положено. Чё-то я не вкуриваю. Нужна шестерня, у меня ее нет, а вставить я ее не могу. О, а можешь поднять что-нибудь тяжелое? Не могу. На 16. Паук. Ну ты хоть бы подсказал бы, что ли, я не знаю. Ну как это сделать-то? Надо быть тайфуном. Я не знаю, ребят. Пишите в комментариях, как это дело открыть, потому что ну, это бред какой-то. Так, там преступление где-то есть. Я его нейтрализую! Человек-паук, подавить и задержать! Блин, чё не так-то? Всё? Роксон 0, паук! Я уже сбился. Всего лишь только 2, я могу тебе подсказать. Всего лишь только 2. Ну тайник-то я знаю где, но я не знаю как его открыть. Вон эти шестеренки подсвечиваются, а толку-то это никакого нет. Он их никак не цепляет. Ладно. Блин, все далеко, кстати. Угу. Это все очень реально далеко. Машина Пиро в беде. Нельзя, давай, чтобы бедняки голодали. Как раз, в принципе, по пути к основному заданию. Часики непонятные. Если не вытащу машину из сугроба, она никуда не доедет. Да, ну так ты, может, спустишься вниз тогда, да и все. О, спасибо, друг. Я развожу праздничные обеды, но машину занесло снегом. А ведь эту еду ждут люди. Можешь помочь? Думаю, да. Сейчас попробую вас вытащить. Говорит другой паук. И в снег, и в град. Ты крут, чувак. Получилось? Спасибо науке в физике. Так можно было просто иметь лопату с собой, чувак, и тогда помощь не нужна была бы. Все? Сейчас что не заведет. Аккумулятор разрядился от холода. Мне кажется, я и с этим могу. Ну, попробуй. Ты просто спаситель. Все, я погнал. Люди сожглись. Эта еда сегодня порадует многих обездоленных. Ой, он список адресов забыл. Куда же он без них? И? Надо так. Водителю нужен список. Надо догонять. О, нифига. Как быстро едет. Нифига, он уже уехал, блин. Он хоть правила дорожного движения-то соблюдает, нет? Как можно было так уехать? Прошло буквально пару секунд. Пару секунд.
Сокращаем расстояние. Подождите! Вы забыли список адресов! Мне кажется, вам это нужно. Удачи на дороге! О, ух ты, спасибо. Сегодня ты получишь золотую звезду. Удачи! Какую еще золотую звезду? Надеюсь, остаток дня будет повеселее. Так, ну ладно, какое-то совершенно преступление. Эй, угадай, какое приложение на 24-м месте в топе по Нью-Йорку. Дружелюбный сосед. Чего? Мы вышли в 25 лучших? Это круто! И немного страшно. Это тебе с рук не сойдет! Да? Так, уклониться идеально. Мы на что ты способен, урод? Осторожно, к ним идет подлога! Не смейте его обижать! Давай его лучше сделаем вот так вот. На помощь! Я как из воздуха выскакиваю! Эти припасы, а им потом займемся! О, там столько их много еще! Я не остановлюсь, пока ты не сдохнешь! Давай! Стой! Да ладно! А там надо было, кажется, еще водилу защищать, кто бы знал. Я даже на это внимание не обратил вообще никакого. Ладно, продолжим тогда с вами в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ладно, сейчас дослушаем. Друзья, сегодня мне придется побыть недовольным родителем. И не за Джареда. Он в кои-то веки хорошо работает. Нет. Я недоволен, потому что опять некоторые из вас позволили убедить себя, что это нормально, когда абсолютный незнакомец без какого-либо законного права бегает по округе в маскарадном костюме и изображает из себя спасителя. И вновь это ужасное заблуждение привело нас к невероятному ЧП. Истина такова. Неважно, верите ли вы в доброе намерение Человека-паука, неважно, верит ли в них он сам. Важно то, что каждый раз, когда что-то в городе разрушается, на арене всегда он, а теперь его протеже. Спросите себя, мы вынесли столько бедствий, неужели нам хочется вынести вдвое больше? И чем все это закончится? Женщиной-пауком? Банком-пауком? Свином-пауком? Но пока я тихо поужасаюсь этой мысли, послушайте важное сообщение от наших славных спонсоров. Ладно, увидимся с вами уже в следующих сериях, так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен, Бусти. Все ссылочки под видео. С вами был Забабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.